Хан бы еще писал что-то, сори бы какой-то в чат написал, ты вообще молчит, блядь. Ну что ты коришь? Ну все, есть подходить. Но если у тебя ДБМ есть и не видишь, сделай ты его больше. Ну да, не 10 у нас. Перемести в другое место, там легко. Там же пишет синими еще по центру экрана. Да, даже там каст есть у мозга. Да, и мозг, когда в цели держишь, у него каст, минута. Порталы открылись, минута пошла. Печально, печально. Клондайк. Че там, идем, нет? Ну а че вы стоите? Если вы зашли сюда, значит вы готовы. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Много она говорит как-то. Сломай ей клюв. Знаешь, как сломать ей клюв? Ctrl-S нажми. Да ну, без звука хуйня. 10 лет без звука. Хотя, наверное, уже даже больше. 10 лет со звуком. Тут в Ульдуаре интересная музыка. Но музыка это Ctrl M, музыку отдельно можешь слушать. Это понятно. Двигайтесь, двигайтесь. Последний мув. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Ярко. Три флешки есть. Убиваем это, идем туда. Возьмем это начал. 40 секунд. На ДЦ Иннер. Задохнитесь собственной ненависти. От череп. Не разбивайте, не разбивайте. Не трогайте щупальца. Все, отбивать. Вот черепа. 10 секунды порталов. А где бласт? А, портал. Щиты раскидывайте. К порталам подошли. Сдиспельте замедление. Да что за... Меня контролят, короче. Да, здесь.
Долго было. На контроле просто. Не, у тебя еще в конце воодушающее должно было взять. Вот тогда нормально было. Что-то вообще не зашло. Я сначала замедлил, а потом кое... Убегайте. Вышли. Восемнадцать, пятнадцать. Заходим. Это пиздец. Это что было? Что в этот раз? Ну минус хант и лок. Я позади не видел. Ты тоже не видел, блять, за спиной где-то. Лучше или что? Вы вне портала умер? Луч смерти. Это значит, или их откинуло, или забежали. Оба от луча смерти. Ленточка била, он побежал. Бернеш кот. Сака Бернеш. Чё? Кого? Как? Да это большая плова, сука. Хата. Так, а у меня хата, Барри? Кот. А, нет, не кота, а лока. Две секунды портала. Три секунды. Две. Очень странно. Сколько там мозга? 40 37 12 11. Должны перевести. Большое добить. Очень странно. Я спиной лутаю, блядь. Черепа. Маленькие щупальца не убили. Одно, я его добиваю. Ценой ДПС в боссе. Ага, бомба взорвалась. Дота и босса. Жена. Лок ты кое весишь? Вешаешь?
Помогайте с мобами. Киннер. КД у него. На спой, на маноги. Помогите с лоу хп. Там босс кидит, уже в курсе. Вот этого убейте. Пиздец. Вот тупица. Время — деньги, друг. Пока. Давай, может, там таймер на 3 минутки отдышимся. Еще разик попробуем. На свежую голову.
вам рыба. Кто наверху проклятие диспелит, если маг и друид заходят в портал? Да никто там. Да вы так убивать их быстро, что там не особо так кидают. Я не помню уже, что там проклятие делает. Ну, тоже проклятие его. Здравомыслие тоже снимает вроде, да? Не скажу за это. Сейчас глянем. А, у меня путеводитель сломался. Что тебе надо? Проклятие щупалец, что-то тоже снимает. Дамажит просто, он заходит. Дзеромысли не снимает? Нет. Сейчас глянем. А вот эта веревка снимает рассудок. Ну, веревка по 2 секунды, 20 секунд. Психоз, который Сары стреляет, тоже снижает здравомыслие на 9%. Это вообще пиздец. Ну что там? Кот. Проклятие просто бьет. Апатия замедляет. И болезнь. Там яд еще вроде. Тоже все бьет только. Щупальца не снимает ничего. Пошлите. Это Сара стреляет там. Ну, Койл снимает. Ну да, типа Койла. Да, не щадите их, бейте без промаха. Да, не щадите их, бейте без промаха. Че вы стойте? Оно ж нету справа ничего. Или шо? Да мы догоняем. А не убегаем. Без хосты, конечно, фаера сложно. Да, вообще нет хосты на маге. Хостуй себе по 3 секунды свой фаербол, не парь. 2-4 с чем-то. Последний моб. А у меня хосты вообще нет. У меня там 2,7, по-моему. Я победился. Последний моб.
Рубите сразу. Дай инер-код на ДЦ. К метке бежите. Бегите. Фу, блин. Откуда я это слово знаю? С ниткой. Кот. Осторожно, с лучом. От луча отбегайте. Душа еще не разбивайте, не разбивайте. Подождите. Разбивать. Готово? Трепещите, смертные. Конец близок. Задохнитесь собственной ненависти. Задохнитесь собственной ненависти. Под аспектом хант. Аспект. Стой. Что на большой где там кастуете? Зачем? Что? Пять секунд. Три. Выходим. Что там у мозга было? Здорово, мозг. Трепещите, смертные. Это печально. Задохнитесь собственной ненависти. Задохнитесь собственной ненависти. Ты даже не веснешь. Угу. Лок зайдешь, портал? Желтый. Мне без кота пиздец. Задохнитесь собственной ненависти. Не здесь пыль. Трепещите, смертные. Конец близок. Встанет. Удушающе. Да мы видим, блядь. Встанет, бегает по секунде. Проценты 40. 3 секунд. Выходим. Убить. Порталы 12 секунд. 10. Трепещите, смертные. Конец близок. Блять, как дурацко-то здесь внизу, а? Большое, давайте, большое, быстрее. Они сейчас переведить будут. Сколько процентов? 300. Бля, пиздец, фуловое большое. Я выйду. Еще вон мелкая хуета, блядь. Сколько у мозга? Все, пиздец, мозг. Бля. Встаньте здесь. Ты уже захуярил он всех.
Что-то проклятие станет, блядь. Ой, болезнь или что там, блядь. Хорошо. Кого есть рыбу ставьте? Че, сакра, все? Да, я что там фейс написал. А, в курсе. Давайте. Да, фейс до завтра. Что, мы до скольки будем сидеть? До 12, да? Или что? Вы сколько заканчиваете? Маранди, ой, Муренок. Ты можешь тогда испекаться, фон еще зайдет. Женатый в ДЦ.
Клондай. Да. Ему ходить надо. А это первый раз ставите плюс историю, ну плюс один или уже два? Ну лично я уже это все давно знаю, еще с 20-ки. Да это понятно. Я имею в виду десятку. Ну, тут половина людей знает. Половина новеньких просто. Половина привыкается. Кто какие сериалы смотрел хорошие? Агенты Щит сейчас смотрел. Вообще. А хорошие это какие? Ну такие, что у тебя нет ощущения, что там, блядь, из пальца высосано, еще что-то, когда скучно становится. Агенты Щит это супергерои какие-то, да? Это по... Ну да. Этот, агенты Анкл. Анкл это уже не супергерои, да? Нет. Анкл это эти, Тони спецслужбы. Да, типа там холодная война во времена холодной войны. А, это те времена, типа. И что интересно, да, Анкл? Ну да, нормально так. Там вроде две серии, но они полнометражки. Ага. И что, все же? Ну да, они где-то 3 часа идут. Не-не, я имею в виду, это все сериалы, которые вы смотрели? Нет.
Ну, флэш так. Да я что-то про супергероев не могу смотреть. От DC. Викинги нормально. Я да. Викинги, помню, смотрел. Я уж не помню, в каком году. Но там что-то было 4, что ли, сезона. Там, где он помер, короче. Захерачили этого. И все, по-моему. Дальше не смотрел. Престолы, блять, тоже такое себе. Как-то поначалу, как пару серий. Спартак? Спартак? Спартак тоже что-то начал смотреть. По-моему, я первый сезон посмотрел. И что-то на втором остановился. Включил первую, наверное, серию и остановился. Там же этого убирают, блять, актера. Ну, в смысле, он умирает. В 7-м году умер актер. Ну да, по истории, да. Вот козырьки, я хуй знаю, что-то мне название не нравится. И тематика какая-то странная, там какие-то банды, да? Вот это все Лондон, блядь. Там что, мега какое-то остроумное, охуенное видео или что там? Мафия, да? Лондонская. Вот мне понравилась серия фильмов. Мистериум называется. Там что ли 3 фильма или 4, где детектив вот это, там они расследуют дела, висит. Шерлок. Шерлока я что-то посмотрел и не впечатлился особо. Не знаю. Как по мне, советская экранизация это лучше. Ну, конечно, для тех времен, наверное. Сейчас спецэффект. Не, аниме, бля, я хейтер аниме, нахуй. Анимешники. Браси. Вон сериал. Да вон этот сериал тоже. Бразерс. Отличный сериал. Брасик, это что такое? Бразерс. Я такое не смотрел. Ты еще скажи Зену Королеву Воинов, блядь, посмотри. И этого Геракла. Ну, Геракл нормальная тема. А вот Зена не очень. Да хотя, когда мелкие были, смотрели. Есть сериал такой, Менталист. Менталист я 2 раза посмотрел, или 3, блядь. Вот. Похоже, есть, Обмани меня называется. Обмани меня тоже смотрел. Звездные врата. Звездные врата. А вот Звездные врата, это уже тоже на любителя. У меня братан смотрит тоже. На любителя, типа, и все. Да, это надо прям увлекаться этой космической хуйней. Звездные врата. Мне все время глаза округлялись, когда там. Сидит он на ноутбуке, смотрит что-нибудь, вот там, блядь, вирус, вот там, раса новая, вот планета, блядь, звездные врата, ебануться. Что в мир Варкрафта попал, блядь. Обмани меня хороший, но как-то он, блядь, по сюжету слабоват. Его бы подоснимали бы. Чувствуется, что немного занудный такой. Да, ну ничего-то я не знаю, все хорошо, красиво, но... По сюжету немножко подвели, и продолжение бы надо было делать. Посильнее сюжет так
хуй знает, что они. Мухтар. Мухтар тема вообще. Мухтар это наш сериал. Ну конечно. Не, не смотрел. Я сейчас вспомнил. Это комиссар Рекс. О, это древний. Это же фильм. Сериал. Это типа Мухтара тоже, да? Да, типа такого. Комиссар Рекс это же вроде фильм, не? Сериал. Да. Это вроде французский. Немецкий. Не помню. Немецкий? Да вроде немецкий. Да. О, блядь, сколько лет там мне было? 5 лет, наверное, когда я его видел. И потом не смотрели уже. Ты еще скажи Nightman, блядь. Помните такой сериал? Nightman? Yeah. Nightman. Ночной человек, блядь. Не помните? Yeah. Ну там, короче, был актер, как же он. Он еще, короче. Блядь, кого же он играл? Ну он, короче, даже какого-то агента в Матрице играл. Этот актер. Мистер Смит. Нет, другого. Не Смит, а Смит этот, который в «Властелин колец» играл. Который лысый? Не. Да не. Короче, Найтман набери там, посмотри. Маткольм какой-то, блядь, не помню. Мэтт Маккольм какой-то, блядь. Ну там такая история, типа, он вот в трамвае едет, блядь. В трамвай молния ударяет, его в него попадает, и он начинает слышать мысли плохих людей, типа. И он, блин, услышал, типа, что бомбу подложили, он ее берет, выкидывает, и все, пиздец, начинается. Ну, помимо всего прочего, ему костюмчик подогнали, там, какой-то летающий пояс, там, антигравитационный, блядь, плащ-невидимка, блядь, глаз красный, броня пуленепробиваемая, блядь. Нормально звучался. Ну, на те времена, знаешь, вот, прям, какие-то 90 какой-то год, блядь, прям врубали, прям нихуя, ну, для детей вообще было заебись. Конечно, не Супермен, но все равно. И главное, про телепузиков не вспоминай. Не-не. Я вспомнил, что «Рыцарь дорог» был такой. Там типа машина разговаривающая была. Ага, чёрная такая. Да, отдалённо помню. И там этот тип кучерявый постоянно ездил в ней. Да сейчас такую парашу снимают, что даже это все хуже, чем те сериалы. Такие чёткие. Есть те, которые... Вот тут смотри, все же ситуативно, по вкусам, по жанру. Ага. Ну вот, например, взять трэш-жанр. Этот, Эш против зловещих мертвецов, блядь, сериал. Это вообще пиздец. Тот и книга чистого зла. Это что, сериал? Да. Такой жестковатый сериал. Он тоже трэш и ужасы, да? Нет. Комедия, трэш, ужасы. Ну, и кровь, мясо. Комедия, короче, и кровь, короче, мясо. То же самое, что и, блядь. Сабрина, блядь. У меня братан тоже смотрел, я что-то ни разу не видел. Не смотрел этот фильм. Ну, то есть сериал. Ты еще вспомни Баффи, блядь, кто там еще зачарованные, блядь. А, и этот, кто он? Два пацана-то изобрели бабу, короче. Как же называлось-то? Из компьютера изобрели, блядь, бабу. Один такой высокий, один пониже, чё они такой, блядь? Два дебила, блядь.
вторая параша, это Джей Молчаливый Боб. Тоже вроде когда школьные времена, блядь, когда посмотрели. Ну прикольно вроде все. А сейчас смотришь, такая хуйня. Лови штанов, блядь. Я помню там две серии только. Где, короче, в первой серии... Что там было? Ну, короче, этот толстый учил тонкого, короче, премудростям всем. А вот во второй серии там уже толстый в бабу переодевался, короче. По-моему, так было, да? О, там розыгрыш полникс, 15 тысяч голды. Блять, Форсаж посмотрел, 9-й, это вообще пиздец. Я еще в 12-м году говорил, блин, что не в космос полетят. Вот такое. Угу. Но тем не менее, он по сборам больше, чем Гаева против Конга, или как там собрал? А, Годзилла против Конга. Ну потому что Годзилла против Конга это вообще параша. Ну я не знаю, кому это нравится. Ну, типа, он за, думаю, почти миллиард соберет. Ну, это до конца сборов. Но это очень сильно в пандемии. Ну, лично я не любитель. Я вот Годзиллу ни разу не смотрел, я в ней не понимаю смысла. Да. А я очень давно, наверное, первый фильм, наверное, смотрел и нихера не понял. Не забил. Ну, это же японцы, японские ужастики. Они же, типа, боятся динозавра этого или чего там, блядь. Ну, как мне рассказывали. А Конг это, блядь, ну это американское говно какое-то. Ну, большая обезьяна. Ну, пиздец, ебать. Анаконда. Анаконда, вот всякие аллигаторы, акулы, челюсти, всю эту хуйню я не смотрел. Ну, как бы, мне больше нравится, значит, вот, допустим, этот есть какой-то фильм или сериал какой-то был, где, короче, муравьи были. В джунглях они где-то там в Амазонке, блядь. И там, короче, муравьи эти начинают хавать, короче, всех. Вот это вот интереснее, чем всякие там, блядь, аллигаторы, блядь. Вся эта расчленёнка. Дизель красавчик. Три икса первый фильм заебись. Потом так себе. Риддик вот. Риддик прикольный. Ну тоже его, блядь, сильно посмотрели. Дом с паранормальными явлениями. Это который комедия, да? Угу. Что-то тоже я пробовал как-то раз, включил, минут 5 посмотрел и выключил нахуй. Не, ну там ржачь реально интересно. Ну да. Да я, ну, я понимаю, там это, заебись, но что-то мне не выдерживает психика. Я еще в школьное время смотрел, ну это, как же, ну, очень страшное кино, там вот эта баба ебанутая была там, это... В доме они в каком-то тусовались там. Там несколько частей было, но я только первую запомнил. И все, там привидение какое-то, блядь. Такой юмор не очень. Во. А, есть сериал еще «Друзья», например. Сериал «Друзья», нихуя. Ну, это телесериал. Ну-ну. Или аналог, ну что-то похожее, это «Как я встретил вашу маму». А еще есть сериал «Альф». Про «Альфа» не знаю. Ну, помню, где-то очень давно. Такой коричневый, с челкой, да. Такой, да? Да, я знаю. Мемный такой. Но я не помню. Кроме образа ничего не помню.
Я тоже нихуя не помню. Я знаю, что он типа это, прилетел там откуда-то, блин. Потом он там улетать хотел, или что там, какая-то хуйня. И все, он хавал, короче, и кота все время в батоны закладывался, схавать его хотел, блин. Где-то. Есть еще по Терминаторам сериал. Это же вообще жесть. Но... Не, ну не скажешь, нормально. Да? Он продолжает оригинальную историю, а не то, что здесь началось там. А я что-то вот с Терминатора не смотрел сериал. Вот получается что, первый фильм я так смутно помню, второй, ну все наверное знают, третий помню, ну там примерно что он там гроб этот нес там, блядь, началась перестрелка, короче. И потом, короче, я нихуя не смотрел, ни Генезис, ни всю эту хуйню, а какой-то последний я смотрел, как же он называется. Там, где, короче, это Сара, там она вообще уже старуха такая, там какая-то баба, блядь. Хуй там что происходит, короче, вообще нихуя не понял. Дрожь земли. Дрожь земли тоже вспоминал, но какую-то серию помню, наверное, и все. Типа энтузиасты какие-то сняли, мне вообще прикольно получилось. Мумия вообще расстроила, которую сделали с этим, как он называется? Том Крузом? Ну, с Том Крузом. Я думал, нормальный фильм будет, я его ждал, блядь, сколько там, за год его трейлер показывали. Я думал... А вот Митя вполне офигенный. Кто-кто? Ну, сам фильм, этот «Миссия невыполнимая» с Томом Крузом. Что-то, кстати, «Миссия невыполнимая» не смотрел, блядь. Что-то пробовал тоже включать, и что-то как-то, блядь, дела. Он же, типа, сам эти трюки выполнял. Не дублеры, никто. Типа это, к Джеки Чану приблизиться решил. Да? По поводу этого сериала по «Терминатору», он идет после второго «Терминатора», то есть который еще нормальный был. Mm-hmm. Это прямое продолжение того, что было после того, как они это опустили этого «Терминатора», Т-1000 в лаву он расплавился. Mm-hmm. Их же там преследовали. Но это оригинальное продолжение того, что было, а не то, что там дальше дичь началось. Я посмотрел, в общем, но это интереснее посмотреть сериал будет, чем «Терминатор 3» и так далее, вот эти вот. Mm-hmm. Ну да, тогда интересно будет. Типа фанаты и все, кто смотрел, оценивают этот сериал выше, чем остальные «Терминаторы». Типа советуют смотреть сериал, а не этих вот фильмы. Я даже не знал про него, блядь. Я тоже не знал. Захотелось, посмотрел, нашел. Что-то пацаны, мне кажется, расходиться надо, да? Да не, скоро приедет, ДК. У меня просто уже 4 ночи, я бы спать пошел, наверное. Это у кого? У Войда. А ё-моё. Ну, я поэтому спрашивал, до скольки вы сидите. Ну а ты вон едет. Пока йогу не убьем. Ой, сериал, еще есть мультик Рик и Морти. Когда новые контенты завезут уже? Через месяц. Примерно. Что они затянули слишком. Ну, потому что они перебафали у льду. Хотя, я думаю, нормально еще. Не затягивает. Есть время у всех одеться. Например, несколько персов одеть.
для следующего контента. Ну да. Но они затянули чисто из-за чего? Из-за того, что она сложная была? А так специально делают сложное сначала, для того, чтобы была гонка оправдана. Типа, если ты придут просто зергнут с первого пула, это же не гонка уже. Но как никто, мы закрываем. Потом он ик апнут. И этот будет, ич будет, вроде бы, как они говорили. У них же ич забаганы из-за него ошибки. Там какие-то есть, как мне говорили. И типа серф, кажется. Они сказали, типа, ич будет. Ну, как они писали. На x4 будет. А кто мы пытались, ок? Ага. Тут проблема в людях. Нужно смотреть не просто на циферки. Можно и каунт даже выключить свой. Нужно смотреть на то, что происходит вокруг тебя. Но так для этого есть интернет. Если вы пришли и надеетесь, что вы там с первого пола все поймете. Нет, тут так не работает в льде. Да, в обычке он ерунда полнейшая. Там все помаленьку складывается. Почему остальные гиды не закрывают? Потому что есть же куча разных релов, гэмов, гильдий. И каждый кто-то что-то свое хочет. Это получается. У людей графики работ разные. Кто-то учится, кто-то еще что-то. Получается вот так. Сборы в рейд по 2 часа это не дело. Ну а тут так, такое дело. У нас распределились статики для того, чтобы людям было ходить удобнее. Кто когда может заходит. Ну, в первый раз нам заходят те, кто может всегда. Ну, или почти всегда. Ты сейчас Торем, а вот в ХМе можно второй одного танка танчить в 25-ке. Раньше он так начинал ломать лицо на 8 стаках. То там не просто потели, я не знаю, там долбили по кнопкам, чтобы убить его. А сейчас ты там так нажимаешь, и все. Латте? Ага. Как у вас там успехи? Ждем тебя. Подумали, сегодня сделали слишком много работы на этой неделе. О, пошли, сделали, подписали, что типа на работе и домой вернулись. 2 часа ночи, поедем обратно. Слушай, вы до скольки собираетесь сидеть? Часов до часа? Да как мы сейчас убьем. У нас сейчас ДПС больше будет по мобам. У нас плюс 2 мелика. За кого мне заходить? За ДК. Но чуть меньше в босса, зато побольше по мобам будет. Итого, мы в комнате будем быстрее переводить. Снаружи я буду больше давать. И